Первые увольнения последовали после обнародования в нашем эфире фотографии людей, похожих на сотрудников прокуратуры, обнимающихся с криминальными авторитетами. Либо это было указание его руководства, либо на самом деле он просто признал тот факт, что это он на фотографии. Но если он признает тот факт, что это он на фотографии, значит, ему ничего не остается, как признать тот факт, что он покрывал данный горный бизнес. В Семенове уже ходят байки о том, о вашей фотографии, когда еще первый репортаж, что это похож или не похож. Во многих организациях просто смеются над действием сотрудников прокуратуры. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.